4, 3, 2, 1. Я молчу, этим все сказано. Мы чемпионы России. Господи, как давно ждали мы с вами, болельщики, вот этого. Что творится сейчас? Переполняется, по-моему, душа сейчас радостью за всех. За всех нас с вами, за победу татарстанского. Я могу сказать, что очень был дружный коллектив. Действительно был сильный капитан, за которым мы шли. Его слово, его поступки, его дела вели за собой команду. Не буду врать, что мы, наверное, в душе тихо ненавидели Юрия Ивановича за его действия. Не понимали, почему мы должны, приехав с поездки, с поезда, ехать на базу, когда мы должны, нас ждут семьи, нужно ехать домой, а мы ехали на базу. Не понимали, сейчас понимаем, для чего это нужно было. И помню, Юрий Иванович всегда говорил, что дисциплина бьет класс. Она действительно так она и есть. Без дисциплины никаких побед не будет. Дисциплина в быту, дисциплина на площадке. Мы это понимаем сейчас. Действительно, что это правда. Мы с самого начала сезона были уже заряжены на победу и знали, что мы должны встать на ступеньку в первое место и надеть медали. И с этого момента, когда стали чемпионами, татарстанский хоккей стали узнавать не только в России, но и во всем мире.